Друзья, приветствую, Алексей Азаров. Мы с вами находимся на первой береговой линии в городе Вентимилья и посмотрим шикарный пентхаус более 200 метров квадратных. Город Вентимилья на первой береговой линии. Продаются вот такие вот красивые апартаменты. 212 метров квадратных, 200 даже 13. Очень просторная терраса, аж вон до туда. Вид просто ошеломляющий. Видно Лазурный берег, Монако. Это вот, кстати, новый порт Вентимилья. Данные апартаменты с просторным гаражом. Жасмин. Сделан очень качественный ремонт. В общем, просторная терраса. Достаточно. Смотрите, здесь идет один уровень, второй уровень. И в доме очень тихо. Очень просторные апартаменты, мраморный пол, система кондиционирования воздуха. Здесь у нас столовая. Смотрите, какой стол. Просто произведение искусства. Мебель, сделанная руками. Я не знаю, каждый уголок исключительный. Квартира продается частично с мебелью, остальное по запросу. Кухня. С выходом на террасу. Владельцы очень бережно относятся к этим апартаментам. Все как новое. Хотя сделан ремонт где-то 12 лет назад. Везде мраморный пол. Учитывая, что здесь вы часто ходите, они постелили резиновую. Коврики. Они очень сделали грамотно. Сейчас покажу вход.
когда заходишь с него. Смотрите, то есть заходим, и у вас открывается вот такой огромный зал с видом на море. И такой большой простор сразу в душе, поднимается настроение. Редкий, красивый объект на нашем рынке. Ну, естественно, вы заметили, какая здесь мебель. В идеальном состоянии апартаменты делать абсолютно ничего не надо. Надеюсь, не знаю, экран передает то, что я вижу, то, что вы видите. Сделали очень такие воздушные окна в пол. Обожаю окна в пол. И причем обыграли все очень гармонично. Так вот, заходим. Здесь встроенный телевизор с той стороны, камин. Поделено так на зоны. Здесь каминная. Здесь, смотрите, как сделали хитро. Хоп. Телевизор. Это я уже присел неровно. Добрый день, как дела? Зажгли камин. И везде выход на террасу. Здесь очень просторная кладовка, очень просторная. Здесь у нас небольшой офис, смотрите, как все продумано. Здорово. Принтер. Все убирается. Встроенные шкафы. И ночная зона. Первое. Ванная комната. Кабиной. Душевая кабина, смотрите, какая здоровская. С видом на море. Алюминиевые окна.
Опять-таки много шкафов. Владельцы очень грамотно сделали, закрыв от соседей такой privacy сделали. Спальная комната, просторные паркетные полы и также выход на просторную террасу. Здесь, видите, еще два места спальных, то есть спальня для четырех гостей. Дальше у нас также просторная прачечная, гладильная, с видом на горы. И хозяйская спальная комната. Какая красивая мебель здесь. Спальная комната с видом на море. И здесь разделили, сделали мужскую ванную комнату и женскую. Это, как вы догадались, женская. И мужская с ванной. Вот как для меня. Я ванны люблю. Светлана Викторовна, нет. Надеюсь, вам понравилось это небольшое путешествие. Очень грамотно, со вкусом. Все подобрано. Умеют итальянцы делать. А, я здесь еще не вышел с вами на балкончик, где можно сушить вещи. Такой достаточно просторный. Вот видите, все сушат. Внутренняя часть двора.
Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.com. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании данного объекта. Всем такого же лазурного настроения в вашей душе и по жизни. Чао!